Всем привет. Тут вот я получил письмо от моего подписчика Алексея. Он пишет, что, значит, смотрит там мои видеоролики и хотелось бы ему посмотреть вот сборочку новую PC Linux OS 2020. Значит, ну, я могу сказать об этой сборке следующее, что это роллинг-релиз, основанный на таких же пакетах, как Fedora и SUSE. Значит, практически я делал по PC Linux OS обзоры. Значит, еще раз хочу привлечь внимание всех пользователей. Почему? Потому что вот есть теперь два сайта у меня. Вот один главный вроде бы как, но это номер два. Что здесь? Вот написано здесь все мои видео. Идете сюда, скачиваете файлик здесь все мои видео и смотрите его вишенкой. То же самое есть вот. Все мои видео в формате CTB. И то же самое, качаете этот файлик, называется My Video. А теперь перейдем, значит, причем файлик обновлялся совсем недавно, скажу вам, сегодня, 29 февраля, то есть вот тут всегда можно посмотреть по дате, если ко мне на кладовочку залезть. Теперь вот такие вот моменты, посмотрите. Значит, здесь у меня все сгруппировано вот таким образом. Вот операционная система, вот PC Linux. И видно, все мои видео, которые я делал на эту тему, вот они. И видна дата. Вот дата создания. То есть вот в 2014 году я делал, в 2015 году я делал, в 2016 году делал. Сделал довольно-таки подробные видео и даже сборки выкладывал, потому что PC Linux у него тоже есть своя система создания из образов. Не скажу, что она там самая лучшая, но тем не менее она позволяет создавать текущие из образы операционной системы. Вот как ориентироваться в этом моем ролике. Видите темы? Все мои видео по убыванию. Вот. То есть на сегодняшний день у меня, значит, имеется 491 видеоролик, который я, значит, сделал. Вот, значит, ну, понимаете сами, значит. Теперь дальше. Они подсвечены, то есть кликаете по любому видеоролику и сразу попадаете на необходимую тему. Вот, видите, да? То есть у вас под руками, скажем так, вот с самого-самого первого момента, это значит, я начал делать ролики 14 декабря 2014 года, и один из них как раз был и посвящен PC Linux, значит, как там переустанавливать загрузки. И вот пошли в 2014 году ролики, и я смотрел и делал и Mate, и LXDE там. Ну, самые разные варианты. Хорошая операционная система. Многим ее могу порекомендовать. Довольно-таки устойчивая, а поскольку это роллинг-релиз, то есть самообновляемая. То есть поставили вы себе ее, там раз там, в 2-3 недели ее обновляете, и она у вас будет, как говорится, до победного конца вам служить и работать. Тут нет таких вещей, как в Linux Mint там 18.3, там 19, 19.1, 2.3. Тут все релизы, как говорится, все, ну, самообновляемые. Вот. Это достоинство. Значит, здесь, значит, вот уроки у меня для начинающих, там мои сайты, там вот, тоже, значит, я, значит, указал свои сайты, вот один, вот второй, там как смотреть видеоролики и прочее.
Вот. А тут, значит, взял, значит, самое необходимое, вот установка программ, тут как поставить SystemBug, там конки, загрузчик операционных систем, CherryTree, LibreOffice, ну, совсем немного. То есть по сравнению со старым файликом команды видео, я, значит, все это дело тут, скажем так, значительно урезал. Вот. Ну, есть раздел «Разное». Тут, значит, у меня там всякая чепуха, которая мне там по каким-то причинам понравилась. Ну, вот хороший раздел, значит, «Бесплатные аналоги по категориям». То есть, если у вас, вы работали раньше на Винде, а вам нужно что-то подыскать на Linux, вот, пожалуйста, можете поискать. Вот, допустим, пожалуйста, самые различные там видеоредакторы, там и прочие, прочие, там и музыкальные редакторы. То есть, ну, понятно, да? То есть, вот, понимаете как? Программой нужно пользоваться. Вот, например, вы встаете вот на эту веточку «Мои видео по убыванию», и вам нужно что-то найти. Вот, пожалуйста, поиск. Вот здесь опять набираете PC Linux. И нажимаете на поиск. И вот, пожалуйста, у вас менюшка получается вот такая вот. Ну вот, можете ее и просмотреть. Вот. Обзор PC Linux X-Face там, в 2016 году. В таком-то там, в таком-то. То есть во всех, во всех, во всех. А есть другой вариант поиска, можно делать только в данной ветке. Показываю как. Вот вы встали, значит, на данную ветку. А видите, тут показывает из других веток. А вы хотите поискать только в моих видео. Вот идете сюда. Вот нажимаете на поиск. И вот здесь имеется такая графа. Поиск в выделенной ветке с дочерними ветками. Вот. И вот если здесь вы наберете PC Linux, то вас уже откинет, как говорится, поиск только во всех моих видео. Вот это самое первое, там серединка на половинку. И вот все мои, значит, видео. То есть вот я вам рекомендую разобраться с этим моим файликом, он называется My Video, то есть My Video. Вот таким вот образом. У него очень простая структура, как видите. Ну, тут даже он, я и для еды там кое-что делал, но это так, чепуха. А по Linux вот все мои видео. Значит, здесь программы. Как, какую конкретно ставить программу? Ну, в основном это, конечно, относится к программам ветки Debian, Ubuntu и Mint. То есть программам, которые понимают в терминале команду sudo. Вот. Значит, ну, по крайней мере, здесь тоже я постарался сюда установить основные программы. Вот по ним, если кликаете, опять-таки идет у вас отсылка сразу конкретно, значит, на конкретную операционную систему. Вот. А сами, значит, операционные системы, вот они. Все те операционные системы, по которым в какое-то свое время, значит, я там делал видеообзоры, вот они перед вами. Какие-то я сделал там год, какие-то там два, какие-то там три назад. Вот. Но тем не менее, то, что я делал, значит, можете посмотреть, потому что сильно много там, я не думаю, что там очень много там, что-то там такое изменилось. Но тем не менее. Вот. Потому что я не могу, естественно, чисто физически
делать видео на установку, как там устанавливать там, или по конкретной операционной там системе. Вот. Ну, то, что делал, вот, пожалуйста, это, скажем, ваш архив, и вы можете им пользоваться. Вот. Я предпочитаю, значит, Debian-подобные, значит, системы, Debian, Ubuntu, Mint, моя любимая оконная среда, скажем так, это Cinnamon, у меня и Manjaro Cinnamon стоит на SSD-диске, Linux Mint на SSD-диск, MSATA 3 у меня вообще не ставится, к большому моему сожалению, потому что я Linux Mint Cinnamon просто одна из самых моих любимых графических сред операционных систем. Вот. Ну и Manjaro Cinnamon у меня очень прекрасно работает на SSD-диске. Вот. Там они как-то что-то такое сделали, что устраняет триминг. А на Cinnamon, на Linux Mint Cinnamon этого нет. И поэтому лично вот на мой жесткий диск SSD на SATA 3 Cinnamon ну ни в какую не ставится. Сразу начинает расти, за несколько там минут догоняет корневой раздел до 100%. И, как говорится, привет. Вот. Значит, просто вот внимательно поучитесь пользоваться. Во-первых, вот вам, как говорится, тут результаты моих трудов с 2014 года, значит, по, ну, считай, с 15-го, там я в декабре 14-го делал, ну, за 5 лет за последних. Вот. Вот вам, значит, простой поиск, вот вам специализированный поиск по выделенной конкретной ветке. Вот, научитесь ими пользоваться. Потому что штука эта хорошая. Значит, еще раз, значит, ваше внимание к этому файлику, значит, привлекаю. То есть вот этот файлик MyVideo, это уже, скажем так, ну, я сделал тут селекцию, скажем, по своим там критериям. И я считаю, что он, так сказать, ну, более, скажем так, более новый или более удобный. Но, кстати, обязательно напишите свое мнение. Кто пользуется программой Cherry 3, вот файликом там команды и видео, или My Video. Вот, что вам нравится, там, что не нравится. Ну, понимаете, я просто вот поделился здесь с вами своими наработками, своим опытом. Вот. А значит, пользователь, значит, ну вот он мне тут пишет, что, значит, Алексей пишет, вот я у него в подписчиках. Вот. Алексей, значит, вот мне и пишет так, что вот хочет он, значит, вот сборочку, значит, ну, PC Linux OS 2020. Вот. Я, Алексей, я не могу вам конкретно обещать, что я вот раз и сделаю ее. Ну, руки дойдут, сделаю. Но основные-то принципы по установке PC Linux, они сильно-то не поменялись. Вы можете посмотреть прежние видеоролики, взять, скачать, вот 2020 поставить, посмотреть там, что там поменялось, там, чего там нет. Ну вот, написать, значит, мне, пожалуйста, можете написать мне. Вот у меня специальный, значит, почтовый ящик для общения по Linux. Вот. И, значит, там я постараюсь, значит, вам по возможности ответить. Значит, вот такое, значит, мое такая моя просьба к вам. Значит, что вот то, что уже создано, чтобы оно не пропало, оно здесь сохранено для вас, и вы всегда к этому можете, как говорится, вернуться в любое удобное для вас, скажем так, время, и, как говорится, просмотреть необходимое видео. Видео, скажем так, у меня здесь достаточное количество. Ну, ладно, значит, Алексей, значит,
Посмотрите там это самое уроки, значит. Я вам желаю всяческих успехов и всяческих благ, и до новых встреч.